Вот и все. То есть тут ничего придумывать не надо. Сейчас можно подойти и попробовать. Оп. Привет. Стрелы летают. Все, баночка едет. Мисы вкачали от сайленсера. Он как раз второй скилл качал, чтобы мисовал иногда. Ага, начал. Ну ничего, я ничего кидать не буду. Я подожду, пока пройдет это проклятие его. Не вижу смысла подписываться. Я даже в чат сообщений не пишу, просто наблюдаю за игрой. Нет, ну понятное дело, что. Если ты не видишь смысла, то не подписывайся. Я же вот так заставляю никого подписываться. Тайп твой. Просто если ты не сидишь в чате, то да. Действительно, смысл, он как бы там смайлики, все это для чата. Ну и плюс аркашки. Аркашки для игры в доту на своем аккаунте. Влади Рейн Рейдж, добро пожаловать! Блин, ник какой-то очень знакомый, но показывает первый месяц. В любом случае, огромное спасибо за подписочку. Добро пожаловать, поприветствуйте новый сапчик. Струя, когда начнешь отвечать по поводу обучения? Так. Злодей. Уру-ру-ру. Спасибо большое за донат. Знаешь, почему я не отвечаю по поводу обучения? Потому что сейчас у меня просто нету времени этим заниматься. Просто смысл не отвечать, что-то обещать, если может ничего не получиться. Поэтому сейчас по обучению я как-то слабенько выступаю. То есть как появится время, обязательно... Ну вы издеваетесь надо мной. Почему вас здесь... Дай мне побежать. Почему здесь вас так много, еще и с ДД Мирана? Короче, я умираю 100%. Поэтому можно особо не выебываться. Вот, ну в общем, Мирана взяла ДД, если там, было не ДД, то я бы выжил. Но одного в порду пустили, другого в мид. Так, у меня нормально, у меня просто Мирана живет и контролит руны. Я ж не соло умираю. Такое бывает, когда стоишь 1-2. Причем фантомкой. Я за счастливый финал, я так скажу. Да все будет хорошо, ты не парься. Все нормально. Да, сейчас я апну 6 уровень. Пойдет дотка. Так, инту у меня украли, но опять же, а зачем мне инта, если фантомка она и так тупая, ей как бы ничего не надо. Купил сапог, пацан, за мартру, во-первых, пошел в мид, купил себе сразу сапог, блин. Чего это сразу? Я его только купил, чё ты? Чё они ко мне пристали? Ну, это чё они от меня хотят? Они меня загнобить хотят? Типа я дно? Олег, только включил стрим, так. Тут сразу не выбывайся и вступай в группу. Я чё-то засал, не выбывайся и вступил. Аркана нахуй не нужна, царя. Ладно, давай потом. Спасибо большое за то, что засал и вступил в группу, но раз не нужна аркана, то кто-то другой заберет. Просто мне тоже аркана не нужна, поэтому я их и разыгрываю. Ненужные арканы разыгрываю. Мифа. Так, ладно, ну, а что, тут опять как бы у нас, опять 25? Тогда. Да. А скажите, это сейчас модно стоять дабл мид против фантомки, играл, которая как бы по сути сосет писю, потому что, ну, это фантомка. Она ничего не может. Ну, как бы она и так всасывает любому герою практически. То есть она фармит, да, но она всасывает при этом. Ну и я сейчас попробую что-нибудь. Или это мон, смотрите, они идут. То есть можно не идти на эту руну, потому что против меня два пацана на миде решили повоевать. Ну я просто не понимаю, зачем. Я от этого ничего не теряю, я все равно фармлю что-то. Конечно, фармлю меньше, но я фармлю, и у меня все нормально. Да, я умираю. Умер, точнее, один раз, но... Что поделать? Сайленсер Мирана мисс. Нашли кого гнобить в миде. Фантомочку. Мирана на топе. Сайленсеры в миде. Так, сайленсеров двух он вывел меня гнобить. Шестой левел. Сала шестой, ребят, есть глобал. У меня тоже шестой сейчас будет, поэтому я не особо даже потерял. Тихо. Нет, первый. Так, я мне нужна ПТ срочно. Смысле, ну, этого он понял. Добивает, наверное, да. Вот этого я заберу. Бля. Ты зря бутылку съел. Вот, все. ПТ-шка есть. Блин, конечно, ни одного этого
Ни одной руны я еще не забрал. Чтобы участвовать в розыгрыше, пока, ребят, вступить надо в группу для сабов, но вы будете участвовать, даже если вы никуда не вступили. Поэтому все норм. У меня, кстати, обсервер стоит на хайграунде, потому что он так смело кидает первый скилл, не видя меня, типа, но он меня видит. Вот. Будешь участвовать в розыгрыше, больше ничего не надо. Только подписочка. Все. Ладно, я пойду гангать, потому что на самом деле в миде делать нечего. Стоит сайленсер, у него на подсосе миранка. Можно, конечно, еще попробовать тут что-то урвать одного крипца. Хотя, а не, это он наугад кидает, видимо. Мне бы ДД. Ну, ДД только мира не может выпасть, а мне пися. Го убивать внизу, я гангать иду. Фантомка на ганге. Пойдем, пойдем, Леон. Ну, ВД тут умереть должен, по идее. Гол собаку. А где вообще хардлайнер нашей команды? Такой вопрос. Нужный аркан из трейдер, но уже скрысил. Что скрысил? Нужные арканы? Да не, мне не нужны. Убить. Окей, звезда. Блин, по-моему, я сейчас сдохну тут. Что-то мне подсказывает, вот честно скажу. Ну да, я тут вздыхаю, надо драться с ним, потому что ничего мне уже не поможет. Может, пара критов там выпадет, я его убью, но нет. Спасибо за донат, да, так и есть. Короче говоря, я вообще не понимаю, что происходит, почему я дерусь один. То есть, как бы, пока что 2-2, и на этом все. Так, ну ладно, я думаю, стиканы все-таки нужны в этой игре. Не знаю, насчет аквилы надо подумать. Вообще, нужна мне там? Не, не нужна. Возьму 2 ТП, и все нормально. На самом деле, смотрю тебя давно, даже играл против тебя, подписаться решил по независящим. Ну, это приятно, на самом деле, что... Не из-за аркан. Спасибо большое. Блин, так хватит меня проклинать. Только не крит. Конечно. А ты чё на мид пришел, Ёж? Или он фидить пошел? Просто по глазам обычно так люди фидить идут, когда он просто идет вот так вот. А не, он катапульту пошел, урвал. Так, ну руна будет. Мне бы вообще руну полезно. Мог убить. Кого мог убить? Вич-доктора? Нет. Вич-доктора нет. ДД, пожалуйста. Где мои ДДшечки? Го убьем. Не убьем. Сильвер 88, братиш, добро пожаловать! Поприветствуй новый сабчик первый месяц. Спасибо за подписочку. Надеюсь, тебе тут понравится и ты здесь останешься. Блин, конечно, лес фармить без топора, без масочки, знаете, не очень приятно. Ну а что делать? Приходится. Вообще, я бы сейчас принес себе топор и масочку на аджор, чтобы свободно стоять и фармить лес. Потому что без этих двух артефактов я в лесу стоять не смогу. А мне придется стоять в лесу, потому что я уже понял, что в этой игре гангать смысла никакого нету. Потому что мне никто не помогает. То есть, как бы, обычно мидер гангает, но он гангает к кому-то. То есть, ты идешь там на харду, на изи линию, тебе помогает твоя команда, и вы вместе убиваете. Но тут ситуация такая, что я иду и убиваю сам почему-то. Либо не убиваю. Поэтому, ну и плюс у нас пик такой, что тут особо не погангаешь. Единственный герой, с которым я могу убивать, это Леон. Но он маленького левела, ну и рейтинг такой, что ему нельзя доверять. Стрей зачем на фантомке БФ? Затем, чтобы кидать дагер и убивать героев вместе с крипами и со всем живым. Просто в этой игре как бы надо очень много артефактов для того, чтобы драться в честном бою, там прыгать и убивать. Поэтому я выбираю такой крысиный бой, буду кидаться дагерами и ожидать крита. Потому что мне тут надо и БКБ, мне тут надо и какие-то там МКБ и так далее. Плюс там Тайд есть, который своим якорем будет мне родной дэмэдж срезать. То есть, по сути, очень неприятный пик против фантомки. Но я сам виноват, я ее первым пиком взял, чуваки набрали. Поэтому, что тут ныть? Давайте шпилить. Так, может быть ДД? Ага. Так, ну это минус, по-моему, а нет. Надо идти на топ. Тут коцанные герои, причем два.
крит нужен. Вот он, да? А может в Тайда крит? А, тут ВД еще пришел. Так, ну в принципе нормально, опять же, учитывая, что я дрался снова один. Ну, как бы я просто поздно подошел, там у меня вся команда уже подралась. В принципе, минус сделал, на этом спасибо. О, переливать у катапульты, это очень, кстати, хорошая идея. О, Тимбер в инвизе пришел гангать. Супер. Пойду на низ к Найксу, пофармлю. Набьем Тимбера, вещи вообще клипят. Почему он садился по бомбу? Сейчас подойду, парень. Ну, союзный Тимбер, кстати, он всегда такой. Тимбер именно вот сапог и капельки. Все. Больше ничего не надо. Сука, как я не забрал припас газера. Блин, что мне эта игра уже не нравится. Блять, Fast... я какой раз ловлю подряд стрелы. Fast Silence, братиш, есть? Добро пожаловать на канал. Первый месяц, новый сапч. А нет, второй месяц, извини. Стоял, сосал и фармил, да. Спасибо за второй месяц подписочки, добро пожаловать, поприветствую. Спасибо. Я не знаю вообще, как эти тимберы в моей команде ничего не покупают. Тип стоял против Вич-Доктора и Найкса. Ну, типа, я не знаю, поправьте меня, но, по-моему, это не самые сильные два героя против тимбера, который стоит в харде один. Ну, то есть, как бы, Найксом и Вич-Доктором тимбера нельзя загнобить. Он стоит спокойно. Миран имеет. В итоге у него 0-1-0, то есть, по сути, даже не скажешь, что он фидил там, да? То есть, 0-1-0, он один раз умер. Но у типа артефакты вот. 12-я минута игры. Вот он вражеский хардлайнер, вот он союзный хардлайнер. Как так? Почему? Что у него не получилось в этой игре? Марта, ты дефт собираешься? Что ты говоришь? Дефт собираешься? Дефать? Нет. Кто честно ответил? А вы собираетесь дефать, да? Пятерых, вы собираетесь дефать против Сайленсера и Тайда, да? Нашим пиком. Ну дефайте, ребят. Дефайте, удачи. Удачи. О, эфир, ну правильно, хуй, давай в трон отпустим. Ну пусть и один сломают. Вы пока они ломают, вы пойдите мид поломаете, лес пофармите. Больше профита будет, чем вы идете и умираете там постоянно. Ох уж эти три. Блять, ты такой хуй был отличаю. О, я хуй оказался. Как не оказаться хуйлом, ребят, в доте? Что надо сделать? Как бы, кстати, три фрага нашей команды, они почему-то у меня. При том, что я фантомка. И я хуйло. Ты, наверное, еще Battle Fury собираешь, да? А что надо? Блять, ты конченый, отвечаю. Его 15 минут максимум собираю. Ага. После начинаю собирать. А ты его хоть раз собирал в жизни своей? Совсем. Понимаешь, это вечно, но чтобы фармить. Ты сейчас еще минут 15 будешь его собирать, потом еще фармить. Сколько минут я его буду собирать? Ну, хуй знает, то уже 13 минута у тебя одна вещь только на него. Интересно. Блин, главное, чтобы меня тут сейчас не раскрыли, потому что умирать блин, вообще не хочу. Купил себе тапок, блядь. Ну а чем тут надо быть посерее? Какой ты нахуй кирил? А, команда первый фраг сделала, ребят, с почином. Можно поздравить команду, первый фраг есть, это хорошо. Сука. Встань, скелет, прикрой меня от стрелы. Все, надо валить отсюда, меня уже рассекретили. Это что вообще такое? Я ушел отсюда. Короче, тут просто рейнджеры-перехватчики, Тайд в инвизе выходит. Все нормально. Все нормально. Так. Снизу много. Ребят, вы дефать, я надеюсь, снизу собрались. Да, дефать. А, дефать, дефать. Давайте дефать и попробуем. Повезло, что уехал. Реально повезло. Так, минус 2 должно быть. Тиберу реально сейчас просто очень повезло, что он успел нажать и уехал. Забери баунти. Красавчик.
Сори, Марта. Да, нормально, ничего, все хорошо, это нормально. О, Вич Доктор, вообще я его могу убить, просто если он третий скилл замаксил, то он меня сам... О, банку всрал, все, шанс. А и Вижн? А он дальше пошел? А. Ну и должен кабан его забрать вторым скиллом. Ну, нормально. Так, ну он там говорил, что я буду фармить еще 15 минут БФ, но мне почему-то кажется, что БФ у меня будет через минуту. Ну то есть он там что-то втирал до 15 собирается, ну на почти на 17 соберу. По-моему, нормальная тема. Не, ну фарм, кстати, пошел. Вот купил топор, маску, все, фарм сразу стал золотым. Не. Еще и глобал дали. Ужас. А, тут еще и сайленсер. Вообще похуй на все. Бля, их 5 здесь. Их просто здесь 5. А можно сайленса выйти вообще разок за игру? 5 героев прибежали. Ладно, пойду я лес фармить. Потому что... Блин, а куда они идут? Они сейчас... Ребят, если вы идете дефать... Ладно, все. Сами. Я пошел фармить. Так, БФчик есть. Все замечательно. Так, ну все-таки, наверное, придется БКБ сделать, потому что... Ну, у меня типы, они, вы заметили, они просто ходят и фидят. Они даже не дефа, им просто идут и умирают. Поэтому, чтобы здесь выиграть, мне надо одному убить в драке. Ну, ладно, не один, возможно, я с кабаном буду. Вдвоем убить пятерых. Крит. Ну, да? Так, ну что я теперь могу? То есть, по сути, я сейчас могу пойти на Рошана и набить ему лицо, как вариант. Но, опять же, если у них стоят обсерверы, у меня же нету доминатора и собаки какой-нибудь на Рошане, чтобы я с блинка запрыгнул. То есть, если у них стоит обсервер, то они меня там и прижучат. Может быть, ДД разок-то игру, а? Ага. Ну, ничего. И на том спасибо. Так, я вот думаю, что дальше купить, то есть, либо БКБ, либо можно вообще упороться, сделать еще БФ какой-нибудь. Мне кажется, это не покатит, надо, наверное, БКБ делать. Просто я так не хочу его делать, вы бы знали. То есть, делать БКБ, потом, блин, у тебя по дэмэджу проседаешь. Но придется, наверное, сделать БКБ, иначе... Хотя, с другой стороны, блин, может быть не делать БКБ, может сделать доминатор, попробовать убить Рошана, и сюда, там, если пропрет, а его возьму. Короче, да, блин, надо думать. Что он там все рассказывает, байки какие-то? Сабля это точно мимо. Короче, я, наверное, возьму вот так, продам банку, которая уже нафиг не нужна. Она только на миде нужна. Так, здесь лайфстиллер, это значит, что лучше не идти сюда. Все, хорошо. Сейчас тебе повезет, я собаку найду. Го убьем! Давай попробуем, ничего. Ну, ты должен танковать, а не я. Да, будешь танковать, убьем. Я танковать. Ну, этот, Бристлбэк, я не знаю, кто там из вас, Бристлбэк. Блять, я бегу! Го дальше, ребят, Найк снизу. Равага минус, поехали. Сентри ставьте или даст их. У нас их нету, но все равно. Пусть поищут. Глобал, хорошо. Крит, а крит один будет? Я ж много не прошу. Мне всего один нужен, и все. Один я нужен был крит. Ноль. Ты один, сори, ноль. Что ты можешь использовать? Отходите. Второй скилл на всех эншентах. Да. Тут дефать бессмысленно. Спасибо за донат. Короче, нету критов, не работает. Поэтому драться больше не будем. Как бы убил сайленсера, 0 критов, дал еще 3 удара в рыбу, 0 критов. Спасибо, Дота. Кстати, Сильвер у Найкса, это контра фантомки. Супер.
Блин, что бы мне такое купить? Просто против Сильвера это уже надо БКБ делать, потому что иначе реально я буду умирать все время. Там еще собака именно против меня закупилась. Лучше бы она против... Или против Бристлбека, как вариант тоже. Почему бы нет? Пофармить не дают. Ладно, пойду в лесок. Манту собери. Не, манта минус. Вообще минус, мимо, потому что в драке она мне ничем не поможет. Там очень много всего. Там Равага, там Глобал, там Найкс. Надо БКБ делать, чтобы от всего этого обезопаситься. По сути, только БКБ мне здесь поможет. Вот, кстати, я еще ни разу не видел... А, все. Вопрос закрыт. У нас Пугнавард просто не качает. Ну, нафиг не нужен. Там Сайленсер, Вичдоктор, Тайт. Как бы, зачем нам Вард нужен? Не нужен. Лучше Decreepify качаю и буду его не юзать. Окей. Окей, Андромед, спасибо за соточку. Крит, один. Спасибо, все, больше не надо. Давай убьем его. Кого-нибудь. Это настоящий вообще? Крит. Ну, вот. И этого тоже. Но он с Сильвером, поэтому он, естественно, он идет. Главное, чтобы он на меня сейчас не напал. Ну, Сильвер давно уже. Ой, блин, гибка сломалась. А гибка-то хорошая. Блин, что гифка сломалась? Андромед, спасибо за год подписочки. Вот несчастье, неудача, сломалась гифка. Такая хорошая гифка, дело сломалась. Спасибо большое за подписочку, добро пожаловать. Целый год уже здесь. Со мной. Взяла, сломалась гифка, ну надо же. Кстати, да вообще не знаю, что она ломается, вот реально я ж ничего не делал, нереально. Она работала, и взяла резко и сломалась. Ну это ж не мой фейл, правильно? Я ж ничего не менял, ничего не ломал. Так, ДД может одно. Я ж как бы хочу, я все в поисках дабл дэмэджа, ребят. И собаки, то есть мне по сути сейчас две вещи надо. Мне нужна собака. И мне нужен дабл дэмэдж. Три мощных саба за стрим, да. Сегодня вот старичков прям очень много. Опять снизу какая-то драка, я не понимаю. Вот реально, я чего-то, видимо, не понимаю. Зачем они дерутся? Вообще, как можно, как здоровый человек может драться нашим пиком против вражеского? Одной... Пойду на фижу. Как нашим Мартон, пиком... Мне кажется, ты от всех тут репорт получишь. Чего? За что? От всех это от кого, скажи? 0.5, 1.9 и 1.6 от вас, что ли? У вас на троих 20 смертей, молодые люди. За 23 минуты. Ну нет, это ни при чем совсем. Так вот, как можно драться нашим пиком, не имея замакшенный Незер Вард у Пугны, как можно вообще идти драться? То есть, ладно бы еще Вард был замакшенный, можно было по чем-то говорить, но без Варда смысла нет. Так, а кабан, ты ж. Бля, кабан фул хпшный бегает. Где это стоило того? Я вообще хотел убить героя. У которого будет 12, потом 8, потом 5 зарядов, которые бесполезны будут. Кроме двойной, вообще никак не хочет купить. Так, хорошо. Инициировать опять я. Так, вообще, блин, мне нужно собаку. Потому что, бля, я вообще Рошана даже уже не убью, понимаете? Потому что мне тупо вообще везет. Я не могу найти собаку в лесу. Ну ничего, сейчас Тайда найду. Собаку не найду, найду Тайда. Ребят, давайте все на Рошана, там Найкс бьет Рошана. Пошли их убьем, их там двое. Короче, надо саму идти, а то ж они не допрут, что туда надо катить. Ребят, Рошана быстрее, пожалуйста, там Найкс. Он с Сильвером. У нас Вижена, естественно, нету. Это понятно. Иди убей, кто забирает. Инвест. Они же. Да, да.
Фельп, ребятки, о, Рошан, спасибо. Хоть кто-то. Короче, они просто, они... А вы будете что-то делать? Ой, они просто убегают. Просто кабан, слови стрелу и сдохни. Все, ребят, уходим. А теперь они решили драться. Дайте прыгну на кого-то. Боже, это вообще такая жесть. Ладно, Рошана мы отдаем, БКБ прожал уже. 9 секунд, надо на мид идти и качаться. Так, ну пса не будет, Рошан сейчас умрет. На топе Пугна сдохла. Блин, они тут втроем ходят. Убивайте с ними Найкса, нету, блин. Так, вообще, я думаю, чтобы купить. Просто мне сейчас надо... Вообще, мне надо очень... Но мне надо иметь 6 слотов в этой игре, чтобы выиграть. Потому что мне надо сатаник, мне надо супербашер какой-то, мне надо еще МКБ какой-то на дэмэдж. Мне очень много надо. А где все это взять, я понятия не имею. Ладно, сейчас даггеры, криты будут выпадать. Буду фармить. Так, сейчас на стайт прыгнул, скорее всего. Я ушел, все. Это банка, ну не меня, пожалуйста. Блин, а где мое здоровье? Вроде ж еще в драке не участвовал. Пугна, ставь вард в драке, пожалуйста. Короче, я пошел. Мне не было вообще. Вижу на Б. Только не баш, у меня ж 40%, там 50% не сок. Сука, блин, куда? А, привет, пацаны. Привет, ребята. Я умер, братиш. БКБ не откадешился. Так бы выжил еще, кстати. Но я еще призвал вражескую команду на Рошана. Как ни странно, именно вражескую, не союзную. Союзная команда, она занята своими делами. Тут фарм. О. Блин, мне кажется, сатаник мне тут... Хотя давайте сатаник сделаю, что тут? Вообще, я не понимаю, как можно быть такими голимыми. Типа... 3100 рейтинга, прошлый аккаунт был 3400, но там даже не так плохо играем. Просто 0.6, 1.12, 1.7. Это что вообще? Как так можно? По-моему, у вражеской команды у всех тиммейтов положительная стата. То есть 2-1, 7-1, 7-3, 13-5, 13-5 Вич-Доктор. У нас положительная. Ну, у Тимбера более-менее, можно сказать, еще такая статистика средняя.
Ребята, вы не думали купить дастики хоть кто-нибудь? Или у вас все нормально? У вас на 300 рейтинга это хорошо, блядь, когда Мирана... Подожди, не ложить уже, ничего некуда, блядь. Ну ладно. Ложить те, куда это бывает. Леончик, место ёбнуться, блядь. За соточку, ну тут непонятно, как пойдет. То есть давайте пройдемся по артам. Тимбер, 30-я минута, имеет Бладстоун. Ну, как бы Тимбер вражеской команды на 30-й минуте уже 5 слотов имеет, но хотя бы так. Пугна. То есть, по сути, это не герой, она ничего в драке не делает. Леон, это суппорт, ничего не делает. У этого парня, в принципе, что-то есть. Но, в общем, у нас с артефактами более-менее вот мы втроем. Я, Кабан и Тимбер. В принципе, если драка будет 5 на 5 и все сложится хорошо, мы можем выиграть игру. Но я должен купить сатаник сначала. Корсар of the Queen, добро пожаловать. 5-й месяц тоже ворвался. Бороться за Аркану. Спасибо за подписочку. Кстати, розыгрыш уже вот-вот, как эта игра закончится, сразу разыграемся. Блин, такое ощущение, что я в таверне был минут 5 из-за этих пауз. Так а что там, типа лимит какой-то по сабам? Никакого лимита. Наоборот, чем больше сабов, тем лучше. Потому что, когда будет 250 сабов на канале, я смогу еще 2 смайлика добавить. Насколько я понимаю, сейчас где-то 220 уже, если... Не знаю, сегодня очень много сабов было. И еще не вечер, как бы. И еще могут быть. Может, ты мне дашь пофармить чуть-чуть? Или как? Так, сейчас снова. Блин, ну снизу я не хочу фармить в этом лесу, потому что снизу тайт, а как подсказывает мне вообще опыт из этой игры, враги ходят только впятером в этой шпиле, поэтому идти фармить вот сюда лес, когда тайт снизу, это очень опасно, потому что там можно нарваться на всю команду. Вот, там Мирана с Аганимом, короче, у нас проблемы большие с мечом. Я не знаю, как я их всех буду убивать, мне просто не хватит дэмэджа. Роман, 56, 46, 5, что-то такое, много цифр. Спасибо за подписочку, 3-й месяц, добро пожаловать. Ребят, а как так получается? Почему у нас кабан умер на базе только что? Мне надо сатаник дофармить. Так, собака с Аегисом, МКБ. Ну, собака затарилась полностью против меня. То есть там есть все. Там есть Сильвер, чтобы вырубать мою пассивку. Там есть МКБ. То есть у чувака есть просто все против меня. Ну, там Аега. Аега у собаки. Ну, давай. Сатаник надо бы принести. Еще Узмиран и все. До свидания. Бристлбэк на топ куда-то летит. Мэтбор 27. Спасибо Мэтбор. Большое за подписочку. Да нет, Мэтбор 17-27. Спасибо большое за подписочку. Добро пожаловать. Ребят, поприветствуйте новый сабскрайбер. 1-й месяц. Спасибо большое за подписку, надеюсь, это не последний месяц. Тебе тут понравится, ты здесь останешься, блин, я не хочу нападать на Вич-Доктора, потому что у него Глиммер, и там за ним вся команда. Ребят, гоу-драка! Ну так а драться, этот уже в Сильвере побежал на собаке своей.
минус пес. Собака без Аегиса. Они барак решили. Крит нужен. Спасибо. Тимбер. Сайленсер без Шадоублейда, я надеюсь. Да, без. Но с телепортом. О, собака. Сука, сатаник купил. Резнулась собака сразу. Спасибо, Дота. Все нормально, просто Стрей ищет собаку по лесу, чтобы Рошана убить. 20 минут ее нету. Только Стрей покупает себе сатаник, сразу собаки везде. Пойду еще во вражеском лесу проверю. Сука, не дай бог там собаки стоят. Так, Сайленсер снизу. Кстати, если он пойдет дальше, но дальше он не пойдет, он делает себе Бладторн. О, это шанс. Смотрите, стопудово тут собака стоит. Скриньте. Не, это не собака. А, вот собака фармит. Криты нужны. Спасибо. И наступает, ребят, вечный сайленс. То есть, представьте себе, да, я получил третий скилл, арчит, а в замесе еще глобал будет. То есть, бесконечный сайленс. Долго еще я гнить буду под этой штукой? Так, я думаю стики слить, потому что они их у меня 17, но я их не нажимаю. То есть они мне пока пользы никакой не приносят, поэтому вот нажму их, чтобы не обидно было. И продам, наверное. Так, осталось еще мне 700 рублей нафармить, и уже... Ой. А крит-то хороший. Голдрака! Я понял, а драться-то уже не с кем. Во, все верно. Под баночку подходи. Все, я понял. Неуязвимый Вич-Доктор. Сейчас Равага еще будет. Надо раз ударить. Нет, не дают раз ударить. А... А где вы все умерли? Девятый левел, где он? 36-й. Рядом с тобой. А, понял. Спасибо большое за донат. Можно, кстати, вот один смайлик можно заменить, но на этом все, как бы. Знаю, байбекаться, не байбекаться. Смысл байбекаться? 17 секунд. Давайте драться, я сделаю байбек. Хотя, блядь, не хочу. Это надо, а что? Что сидеть в этой верно? Го драться. Так, ну ВД сейчас нажимает волшебный артефакт и исчезает. Ванка, пощади. Где герои еще? Мирана вообще никого не боится. Правильно, Гикербифай. Да, еще мне банку, можно разок? А то мало. Надо еще баночку. Не, ребят, я не куплю рапиру. Слышь, дурачок, ты что, серьезно собрался дефать?